жизнь нечасто задает вопрос, и совсем не в шутку, а всерьез. Их интересует основной рефлекс: был ли в наше время секс? Я им отвечаю: секс, конечно, был, но партия нам сильно остужала пыл. 20 лет я целовала сгоряча только фотку Ильича. Секс-бом, секс-бом вклеила в альбом. Вместе с Карлом Марксом я любила их вдвоем, вдвоем, вдвоем. Иногда втроем, вместе с Кастро Фиделем. Время такое было. Вместо секса был у нас прокатный стан. Я стонала лишь, когда давала план. Заменяла нам желание соцсоревнование. Нам тогда не снился стриптизер Тарзан. Бюль-бюль Оглы нам снился и Роксана Бабаян. А с кем нам обниматься и спать на ком? Нам указывал обком. Секс-бом, секс-бом, пламенным трудом были мы увлечены, ну а секс потом. Но иногда я кричала: да, я ударница труда. Но молодежь брала свое. Отправляли на картошку нас в колхоз. А потом у всех девчонок был токсикоз. Видимо, работа на полях пробуждала страсть в людях. Заводское общежитие для девчат. А на входе 6 вахтеров с ружьями стоят. Лезли в окна к бабам мужики, как человеки-пауки. За бугром всех развращала Эммануэль. А у нас был санаторий Коктебель. Такое там творилось, ты поверь, дохла бы Эммануэль. Секс-бом, секс-бом, в коммуналке всемиром. Тут спят дети, тут тетя злая, в кресле дед пахом. А мы вдвоем с мужем под столом пытаемся начать секс-бом. Секс-бом, секс-бом, наш панельный дом. Стены 8 миллиметров, слышно все кругом. Начнешь стонать, крики, вашу мать. Ну завтра в 6 утра вставать. Секс-бом, секс-бом, в транспорте битком. Сколько раз я получала в шею каблуком. Битком, битком, кажется потом, будто бы тебя секс-бом. Как мы жили при совке, это был дурдом. Страшно даже вспоминать мне о нем. Но в моей душе он навсегда, потому что это были лучшие года. Это наш с тобой секс-бом.